Привет, привет, мои хорошие. Пришли, троица. Хорошая троица пришла. Ну, стоим, ждем. Стоим, ждем, когда кормиться будем. Молодцы, 9 вечера. Не очень поздно. Вот сейчас они будут сами, мои детки будут кушать брать. Ну, идите. Вы же уже умеете это делать, да? Мы уже не боимся так. Что уж, давно меня не видели? У меня 3 или 4, да? На, бери, бери, моя хорошая. Бери, не бойся. Это самая пугливая у нас девочка. Ой, молодец, сколько набрала. Ну, давай ты теперь. Ну, что? Давай, бери. Ну, что-то ты очень скромненько берешь. Очень скромненько. Ой, ты ж мои хорошие. Кушайте, кушайте, мои детки. Наедайтесь. А то скоро ракуша придет с колобком. Я не хочу, чтобы вы тут ругались. Такие хорошенькие. А с ухом что? Что у нас с ухом? Подрал где-то ухо. Ну, уже теперь по уху можно понимать, кто ты. Как тебя мы назовем? Ну, помогите назвать вот этого. Теперь подрался с кем-то. Что-то они все какие-то такие смешные, с какой-то припухшей переносицей. Ну, я вас уже узнаю. Вы у нас кто? Трусишки или балбесы? Иди, бери, бери, моя девочка, бери. Лишь один мальчик и 2 девочки, я так думаю. Тихо, его все мои. Сейчас, сейчас я вам еще дам таких. Купила специально печеньки такие. Animals называется. Животные такие там сделаны. А ну, найдете вы? О, поймал, поймал. Ну, бери. Видишь, печенька там. А, это интересно, скажи. Давай, бери. Бисквитные печеньки. Крема тут нет. Надеюсь, что они не очень вредные. Да, бери, 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 бери. Бери, моя хорошая. Что, тебе не досталась печенька? Ну, бери тут. Вот, вот, молодец. Умная. Детки любят эту печеньку. С удовольствием едят их. Давай, бери, 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 моя хорошая. Ой, как, слушай, выбирают они именно печеньку в первую очередь. Чем мои хорошие, да? Хорошие детки. Голодненькие. Ой, это 2 ручками берет много всегда. А это по чуть-чуть. Вот так, вот так. Ой, ой, ой. Вкусно, да? Вкусно, мои хорошие, вкусно. Где нам, скажи, такую еще еду взять? Чепушечки мои, ласточки. Вот уже хозяйство у нас тут на балконе. Нежданно-негаданное появляется. Никто вроде не зовет. Они сами приходят. Кушай, кушай, моя девочка. Да. Ну что? Так. Вот как нам интересно. Самим брать еду. Добывают они еду самостоятельно. Это вам не по мусоркам лазить, да? И блох каких-то ловить. Я покушать хочу. Вкусненько.
Где? Ой, вы мои хорошие. Ой, как вкусно едим. Ой-ой-ой, сами-сами берем. Сами берем, сами-сами. Кто быстрее? Ух ты, как ты быстренько. Тут такая стеснительная, так она помногу берет покусенькать. Это хорошая девочка, да. Где нам еще поесть? Кто нас еще накормит тут? Канадцы не сильно разбегутся кормить их. Мои детки хорошие. О, боже. Без отрыва от производства. Глянь, стоит на двух ногах и кушает. Ты моя хорошая, да. Ну, может, поцелуемся, нет? Главное, и ты меня за ручку взяла. Боже, ты моя девочка. Ты моя... Ну, так аккуратненько потрогала меня за руку. Главное, чтобы не куснула. Чтобы не укусила руку дающего, а? Все может быть. Кушайте, кушайте. Не, бери, бери. Вот так. Идешь? Вечернее кормление. Ужин у нас. Да, ужин. Или это для вас завтрак? Проснулись где-то, откуда-то пришли. Бери, бери. Берите, мои хорошие. Дяги, детки. Ну что, наелись, нет? Ну, берешь? Нет, уже нет. Ну, а ты? Уже как-то поспокойней. Уже все? Наелась? Я думаю, что вы уже наелись. Еще хочешь? Нашла еще печеньку тут. Вот так уже сижу. Скажи, на попе ровно. Ой. Загребущие ручки. Ой, смешно сидишь. Ну что, хочешь еще? Ну на, 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 на. Бери. Молодец. Такие большие детки уже выросли. Прошлого года. Бери, бери. Да, спасибо, да, да. Погладила меня лапкой. Погладила ручку. Ой, моя ж ты хорошая. Конечно, можно было бы как-то, может, и приручить.
Ну, кто их знает. Это нам кажется, наверное, что они такие добренькие. На самом деле, кто его знает, что там в головах у них. Ну, хватит, может. Уж совсем близенько ко мне подходят. Уж совсем не боятся. Попейте водичку. Вон у вас водичка есть. Попейте, да. Надо попить. Хорошо? Уже наелась. Наелись уже, да, мои хорошие. Хватит уже. Пей, пей водичку. Надо пить. Поели сухой корм, попейте теперь. Водичка чистая, вам поменяла. Ну что? Вот уже. Что, моя хорошая? Пообщаться хочешь? О, пошел попить. Что? Еще? Ну, что хочешь? Да, наверное, уже наелась. А? Вот этот стол у нас летает по ночам. Стучим им. Ну? Все, да? Все или еще? На, хочешь, бери. Не хочешь же. Вот лишь бы... Хочешь? На, бери. Еще хочешь? Ну, берите еще, если хотите. Мне не жалко. Наедайся. Да. Давай, давай. Ну, все. Еще хочешь? Ну, бери, бери. Лапочка, бери. Что хочешь? Ой, что хочешь быть? Надо двумя загребать, тогда больше умещается. Ты одной лапкой. Что там у тебя? Чуть-чуть. Ой, что хочешь быть? Ну эти пальчики. Ну такие же уже милые пальчики. Ну, все, наверное. Ну. Отдыхайте. Сколько можно жевать? Уже устали жевать, наверное. Хрумы. Попей, попей водичку. Все должны попить. Хорошо попить водичку. Ну что? Что на столе? Ничего нет. Вот так мы легли отдыхать. Ты мой хороший. Ты хороший мальчик, да? С кем ты подрался-то? С кем? Кто ухо ободрал? В прошлый раз ухо было нормальное вроде. Уши страдают у нас. Вон как две сестрички миленько сидят. Чухалки. Все, спать легко. Ну, вот так. Не все дружненько легли отдыхать. Поели. Теперь поспим. Что же легло, как смешно. Ты мой хороший, лег спать. Там ракуша должна прийти. Замерли, все замерли. Кто там? Куда пошла? Все уже, что ли? Так хорошо отдыхали. Ну что? Что, моя маленькая? Что ты хочешь? Что, моя хорошая? Что, моя сладкая? Еще не наелась.
Водичку попей. И будет хорошо. Надеюсь, вы уже дадите нам поспать сегодня. Ты ко мне идешь? Да, ко мне идешь. Что? Еще тебе дать что-то, да? Еще дать? Ну что? Все еще ты не наелась? Ну на, не бойся. На, хочешь еще? А ты где была? Где ты была, пришла? Вторая смена. Второй ужин, что ли? Опять с новой силы пошли хрум спеть. Ой, ну на, бери, бери. Уж господи. Все никак не наедимся. Все никак. Ну, такие тушки большие. Скупим. Надо много еды, наверное. Чтобы наедаться. Да, много еды. Шкодина мало еще. А вот это берет по много сразу и утаскивает. Двумя лапами набирает правильным захватом. А это по одной. Ну ладно, знаете, ешьте уже. Я уже устала стоять. Что? Расстроился, да? Что самому нельзя было брать. Ему интересно, наверное, самому брать еду. А тут я взяла и насыпала. Так, удивленно посмотрел, куда я коробку делал. Ну что? Долго мне тут с вами стоять? Наблюдать. Спасибо, что смотрите нас. Мне очень приятно. Нам очень приятно. Если вы даже пишете что-то, мне тоже очень приятно. Я с удовольствием вам отвечаю. Нас уже много. Нас уже 900 с чем-то подписчиков. Так что спасибо вам большое. Это очень приятно. Скоро до 1000 дойдет. Мы стараемся. Енотики радуют нас, а мы радуем вас тем, что показываем их так близенько в живой природе. Это они просто приходят к нам в гости. И такие они хорошенькие, прям у нас тут прям как зоопарк на балконе. Что, моя дорогая, еще не все? Что ты еще что-то хочешь? Печеньку, может? Попейте водичку, идите, потому что где-то там еще ракуша с малым ракушонком. Они тоже хотят покушать. Вот так, пейте, мои хорошие. Могут лечь на топчанчик поспать, конечно. Да, я так и поняла. Я так и поняла, что на топчанчик захочешь улечься. Да, все-таки не цементный пол, а деревянный.
Ой, как симпатично. Купайтесь. Ну что, моя хорошая, ты ко мне? Да, ты ко мне хочешь? Идем, спи, отдыхай. Че, Маргушка. Давайте, время умываться, чесаться, причесываться. Давайте, отдыхайте. То где вы там во время дневного сна находитесь, неизвестно. Где вы прячетесь от людей. Ох, ось, какое я красивое. Пузо мне демонстрирует. Кто тут стучит у нас все время? Соседи где-то там стучат. Нервирует нас, скажи, да? Чё, моя маленькая? Чё ты хочешь? Ракушечек. Чё? Чё, моя хорошая? Боже, какое ж хорошее. Прям нос к носу. Нос к носу. Ну, отдыхайте, что ли? Чего спряталась там? Спрятался, да? На диванчике спрятался. Ну, отдыхай, маленький, отдыхай. Ну, все, и мы пойдем отдыхать, да? Можно я уже пойду? Спокойной вам всем ночки. До следующего видео.